заснеженные вершины. Впереди у нас КБ идет. Эти не едут никуда, ни с горы, ни в гору. 70 ограничений или сколько там у них. А, это вообще все жестко в этом плане. Не хватит точно. Красно-белый, а? Красно-белый. Червоно-белый. Если вам будет
Упали, да, снег выпал. Ведь, оказывается, не только на вершинах. Вот это Златоустская гора, смотрите-ка. Точно снег. О, первый снежок увидали. Да, все зеленое еще, можно сказать, вокруг, да, и снег. Круто. Вот как раз это вот Златоустская гора, за которую говорил. Там сейчас наверху. Попробуем, наверное, остановиться. Нифига тут. Как сфоткаться это чудо. Константин поехал на газельке. Давай, удачи! Пересеклись. Говорит, давно ловил. Выловил. Давай, счастливо. Сам с Екатеринбурга. Вот, развозы здесь делает по местным магазинам. Так, что мы паузу отстояли? Все, тогда трогаемся. Это не мираж. Я подошел, еще потрогал. Точно снег? Точно. Фига себе. Так и слой хороший такой. Хороший тут снежочек прошелся. Сходили с Костей, покушали тут. Вот так. Автоланч. Европейский сервис, да, и порции тоже. Салат с языком положила. Я говорю, это тут за 77 рублей. Она говорит, да. Два раза ложкой черпанусь. Так. Один раз покушал, больше заезжать желания нет. Тоже вот на газельке крутится, да, парнишка, сам с Екатеринбурга. Ну, свои газельки, молодца, чё. 15 точек, говорит, здесь сегодня развез. Мы с ним встретились в 3 часа дня. Ну вот, с 8 начал развозить. А чё ж с Екатеринбурга доехать надо? 5 утра, говорит, грузимся в Екатеринбург. Что? По месту, не сахар работенка. Ну а что делать? Хочешь заработать, надо работать.
Урала осталось 70 километров до Чебаркуля. Ну, еще мостик Князь. Речка прошла. Знаете, сколько расход сейчас? 33,8. Я на него смотрю, у меня аж больно вот тут вот, вот с левой стороны. Кровью обливается. Пирамиды пройдет. Еще окно есть небольшое. Расход офигеть. Забыл стекло помыть опять, но а щетками не отмывает нифига. Во-первых, эта щетка у нас туда не брызгает наверх. Только размазывает. Ну, забыл. Техники спускается. По полной остановке, что ли, на спуск? Там не только он, там еще и трал за ним. Ну да, 10 километров в час. Если он его отпустит, понятно, он его уже не поймает. Сейчас надо обходить идти. Я думаю, сейчас все пойдут обходить. Вот эти проходят, газелька с маленькой, и как бы... Да, народ пошел. Мы, наверное, не успеем. А, понятно. Он с дровами. Что там я не вижу. И маленькая летит. Смотрите, у него колодки горят. Наверное, рацию выключил. Ну, молодец, хоть двигается, видите. Хоть, конечно, тут на обочину, ну, в его варианте вообще съезжать. Ну, лучше не съезжать. Насобирать всякого ерунды там с этой обочины. Но, видите, дядька с понятием. Он прекрасно понимает, что он
мешает ехать. Хотя, ну тут и так бы обошли. На обочину съезжать. Лучше не съезжать. Цеплять всякое, собирать там всякое. Что только нет на этой обочине. Селится, смотрится, несутся. Все торопятся, КамАЗ их задержал. Ну и мы полетели. 90 быстрее не будет пускать их. Вот, а тут уже, видите, снега нет. Вот на самом верху, вот получается он. Может, он тут и был, но растаял. А там на самом верху, тут уже тут плюс 9. А там на самом верху плюс 5. Видите, лежит в лесу. Фига себе. Обойти. Ой, с Мясского моста, наверное, колейка идет. Сплошная колея навстречу машин. Так что с тралом пока надо подождать. Что, недавно вернулись с Азии, да? Теперь поехали обратно. Welcome снова в Азию. Стелла Европа-Азия. И подъем называется Европа-Азия. С этой стороны. Златоустки. И таки да. Вспомнил, что хотел сказать. Роснефть, оказывается, вернула нам денежку-то сегодня. Обалдеть. Позвонили им там. Сказали, елки-палки, заправка не работает. На других заправках нас посылают на три буквы, нецензурные. Никто нас ничего заправлять не собирается. Короче, Роснефть за эти 96 там литров, по-моему. Короче, нам денежку вернули. Но прошло сколько? Почти месяц. Я точно помню, сейчас, сегодня у нас 21 августа, 3 недели. 21 сентября, 28 августа как раз я ехал. Ну, слава богу, вопрос решился. Не без волокиты. Что это за звук? А, это ж впереди Америка. У нас так Америка тормозит. Америка. Это горняк американский, что ли? Или что это? Или это этот? Тоже ретардер. Наша там, слушайте, как разрывается. 2000 оборотов, 10-я передача. Держать ее с горы. А это интересно так. Мне чуть-чуть горы не хватило, чтобы его погнать в подъем. Дорожники.
интересный звук такой. Где-то надо там ехать, разворачиваться. Чего ты так вылетел? Чуть ли не под колеса. И в тормоза лупишь. О, тут сейчас как заделают подушку, так такая будет, что... И вот теперь тут танками не разобьешь. Так, объезд. Направо. Ну да. Через 90 метров держитесь правее. В общем, спустился... Спустился с гор 33,8. Был расход. Сейчас уже вот до сих пор упал 33,3. Такими темпами... Как на курган? Все тут просто на курган. Ничего сложного. Едь по знакам. После моста. Цинус, а вон написано объезд. Вижу, спасибо. Троицку куплю топливо на Газпроме. Все здесь просто на курган. Немножко маленького кругаля нужно дать. Никого? Нет никого. Сейчас на объездной на Роснефть заедем. Дольемся до полного. Через 100 метров держитесь правее. Через 50 метров держитесь правее. И куда сегодня? Может, до кургана сегодня еще дойдем? Ну спать-то точно еще становиться не будем, рано еще. Вон солнце высоко. Причем очень высоко.
попробовать сегодня до Кургана добежать. Рассвет сегодня встречали. Снежок видели. Сейчас закат провожаем. Еще чуть-чуть солнышко спрячется и все, начнет темнеть. Наверное, мы до Курганской области добежали. Где-то там, на западе. А мы все на восток. Да, Курганская область. Здрасте. Щучинский район. Ё-моё. Выезжай уже. Не надо. За мной там никого нету. Все равно остановили почти полностью. Так, что тут? Курган 213, Омск 760. Может, до Омска сегодня, нет? Шучу. Поедем туда не на Зауральский тракт, не на Сибирские ворота. 12 час. Вполне возможно, там уже мест может не быть. Сюда заедем. Вот тут же новая эта стоянка. А ой, видите, и коллега тут наш. Правильно, коллега, надо ехать спать. Хватит сегодня уже работать. Красноярский. Тут стоянка большая тоже. Места должны быть. По-моему, даже дорожная сеть есть. Нет, за деньги станем, без разницы. Тут и сервис, ну, в общем, все, что на Зауральском тракте, все то же самое. Сервис, запчасти. Изменение машины. Переположить. А, тут, наверное, выезд. Тоже так. Уже подзабито. Не, ну мест, места хватает. Ой, она большая, вон там, с той стороны. Так. Футбол играть можно еще.
за деньги, наверное, не ездит никто, да? За наличные. Дорожная. 3250 километров отсюда. Так, налево. Вон, это, в той будке. Там на выезд, там два места есть, давай. Хорошо. Налево так налево. Направо так направо. Нам все равно куда. Лишь бы спать. Еще местов. Мэр, не мэр. Или проложить. Все, друзья, погнали парковаться. И вот туда. Спальник. Всем спасибо, всем пока. Всем до завтра. Почти загнал. Даже подравниваться практически не надо. Поплотнее стать, чтоб еще кто-нибудь залез. Вот батя придумал мне тут перед сном вождение сдавать. Заднее. Задом, вернее. Да еще с правой руки. Тоже не надо.
еще место на одну машину как раз есть. Спокойной ночи.